Герои неба. Борис Сафонов. Лучший советский летчик-истребитель начала войны. Дважды Герой Советского Союза. Свой первый вражеский самолет Сафонов сбил уже на третий день войны. А вскоре он стал настоящей грозой Люфтваффе. К осени на его счету было 11 самолетов противника. Только за август он одержал 5 личных побед. Борис Сафонов командовал полком, который оборонял порт Мурманска от налетов врага и защищал союзные конвои. 30 мая 1942 года советские летчики вступили в бой с превосходящими силами противника. Полк сумел выполнить боевую задачу, но командир из вылета не вернулся. Это произошло спустя несколько дней после представления Сафонова ко второй звезде героя. Именем Сафонова назван поселок в Мурманской области, улицы и площади в нескольких российских городах. Мы помним наших героев. Российское военно-историческое общество.